Всем здравствуйте! Меня зовут Анна, мне 38 лет, и я из города Иркутска. И сегодня мне бы хотелось поделиться своим, своими ощущениями, впечатлениями от того, как я прошла этот путь вместе с Байче в марафоне Путь здоровью и стройности. Это было невероятно интересные три недели, и это был путь, который оставил... Несгладимый, наверное, отпечаток в моей жизни, потому что благодаря этим трем неделям внутри меня и в моей жизни очень-очень много поменялось. Начну с того, что в этот марафон я зашла в состоянии какой-то растерянности, возможно, даже апатии, в состоянии, когда в голове очень много мыслей, и очень сложно уловить те самые важные, на которые можно опереться, да, и на основании которых можно двигаться вперед и этот марафон попался мне случайно но когда я увидела ту базу знаний которая предоставляется вместе с этим марафоном я поняла что это как раз то что мне нужно удивительным образом все структурировано в этом курсе и та количество информации которое предоставляется участникам это просто неимоверно и, наверное, мне бы не хватило всей жизни для того, чтобы изучить то, что я получила вот в эти сжатые строки в очень, структурированной, в очень структурированном и понятном виде. Так вот, в процессе самого голодания буквально, наверное, уже к третьему дню я поняла, что это именно то, что мне нужно было. Это тот период в моей жизни, когда я смогла замедлиться, когда мне, у меня появилось время на то, чтобы посмотреть вообще, что же происходит у меня внутри, а что происходит с моими мыслями, а вообще куда я иду и зачем я иду. На протяжении, к, к окончанию этого марафона мне захотелось избавиться от всего лишнего в своей жизни, и это начиная от внешнего вида, да? я там, вот, сняла ногти, с которыми ходила, наверное, лет 15, может быть, и 20. На подходе смена прически, потому что тоже хочется убрать то, что изжило себя и несет уже никакой пользы, а только забирает. И, конечно же, чистка пространства, очищение в мыслях и внутреннее состояние. Ну, в общем, это то состояние, когда ты ощущаешь жизнь каждой своей клеточкой. И это невероятно, невероятно круто. И, из одних, и одним из результатов этого марафона я считаю тот момент, что у меня наладилась связь со своим телом. Я его очень хорошо слышу, я чувствую его потребности, я очень четко стала понимать свои желания. И это и это просто невероятно. Также в процессе марафона Бая познакомила меня с эфирными маслами, и это вообще для меня было открытием просто, я не знаю, всей моей жизни, что есть такой потрясающий инструмент, который может работать с эмоциональным состоянием и с физическим телом. И это просто невероятно. Поэтому... Я от всей души рекомендую каждому, у кого есть возможность соприкоснуться с этими знаниями, пройти этот путь и просто открыть свое сердце для мира, для людей, потому что в мире столько всего интересного. И пока ты сидишь в своей правоте, пока ты пытаешься кому-то что-то доказать, пока ты путаешься сам в своих мыслях, ты не видишь то, что перед тобой, ты не видишь свой путь, ты не видишь, куда ты идешь. И этот марафон помогает помогает услышать себя, помогает видеть четче, помогает двигаться быстрее и эффективнее. Поэтому благодарю Баю и желаю каждому пройти этот путь.